7 и 8 сентября в столице губернии состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Почему он возник именно в Самаре и какова его главная идея? Есть такое, наверное, понятие, которое придумано в Самаре – гений места. Вот. Это вот, наверное, этим и интересен наш фестиваль, потому что в свете даже тех событий, которые сейчас происходят с нашей страной и так далее, потому что он и направлен на поднятие патриотизма, на дух вот этого русского воинства. Чем удивит программа Большого музыкального форума? Одной из изюминкой этого фестиваля, который пройдет в этом году, будет то, что у нас практически все оркестры – это оркестры, которые танцуют, которые двигаются во время игры. Каким будет завершение фестиваля, посвященное Дню города Самары? Завершится фестиваль сводным духовым оркестром на площади Куйбышева, где примут участие около 400 музыкантов, где будут исполнены самые-самые нетленные хиты, как можно сказать, да, духовой музыки. Историческая память, она очень важна, тем более для подрастающего поколения. Рассказывают директор Самарского муниципального концертного духового оркестра Евгений Пестерев и художественный руководитель и дирижер Сергей Рыбин. Смотрите программу «Город С» 6 сентября в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».